Чебыкин осталось. Но... Почему-то Ковалуев решил, наверное, устал уже, смену решил делать. Тогда на шайбу в зоне атаки была, он ее взял, отдал назад. Неплохо. Кстати, давно мы Дроздова не видели. Ой-ой-ой! Что ты? Что ты? Только я хотел сказать. Или я сказал, что мы давно не видели Дроздова. Ну, классная шайба. Значит, так, на Кудашова прямо больно смотреть. Алексей прям очень сильно переживает. Ну, с другой стороны, счет 4-3, и там запас определенный есть. Классная шайба Дроздова. Просто взял, попал. Молодец.